Здравствуйте, снова с вами я, Данил Букреев. И сегодня я хочу с вами поговорить о гага-сделках, о гага-фестивале, который иногда периодически проводит AliExpress. Что это такое? Ну, просто, если сказать вкратце, это фестиваль скидок. То есть на какие-либо товары делаются огромные скидки. Как вы видите, здесь всевозможные товары представлены. Рубашки, пояс, кошелек, фен, ну, в общем, всякая ерунда. Недавно на AliExpress был тоже серьезный фестиваль, где в основном была электроника, фотоаппараты, планшеты. И, в принципе, я хочу вас немножечко подготовить к этому и рассказать, как это работает. То есть, если вы захотите купить какой-то товар на гага-сделках, вам это точно нужно будет знать, просто чтобы вы были уже сразу готовы. То есть, во-первых, давайте рассмотрим меню. Что мы видим? Через сколько начнется сделка? Сделка начнется через 40 минут 43 секунды. То есть через 40 минут все смогут сразу покупать этот товар. То есть все желающие. То есть цена сверхнизкая, поэтому желающих будет очень много. И вам нужно будет суперскоростным. Но, как вы видите, здесь 2000, например, кошельков, то, думаю, успеть вполне реально. То есть, когда электроника продавалась по 10 частей со скидками 80%, успеть было невозможно. То есть, там уже проработаны свои боты, программы, которые все это схватывают. Ну, например, на такой вещи вы, может быть, и смогли бы выиграть. То есть, кошелек, выиграть гага-сделку. Ну, то есть, ну, давайте представим, что нам понравился этот кошелек. Нажимаем посмотреть детали. И как вы видите, открывается меню. То есть какая цена была раньше. Начинает переводить. Будем без перевода пока. Какая цена была раньше. То есть процент дисконта, скидки. И получается, что кошелек стоит $7.50. То есть, в принципе, это недорого, если, как показано, это из кожи аллигатора, что я очень сомневаюсь. Тут, как всегда, у нас дополнительные сведения о товаре. Отзывы в виде картинки здесь. Ну, в общем, сведения о этом товаре. Вы можете посмотреть сразу же под сделкой, как всегда, в принципе. И отзывы реальные, вот отзывы, то есть не фотографии, ничего. Люди покупали по $25 этот кошелек и были довольны. То есть, скорее всего, возможно, что и продавец нас и не обманывает, что кошелек из кожи аллигатора. Ну, в общем, как всегда, мы с вами анализируем информацию. То есть рейтинг продавца очень большой, обратной связи много. То есть продавец отличный, что нам мешает поучаствовать в этой сделке. Следующее, что нам нужно посмотреть по своему опыту, это упакование и доставка. То есть почему? Потому что, как вы видите, для США указано здесь в стандартном виде. Доставка бесплатная. Но если мы, например, поставим Русскую Федерацию, в данной вещи доставка бесплатная. Но я иногда сталкивался с такими вещами, что просто-напросто, когда я заходил, то есть в США была доставка бесплатная, а в Украину, например, доставка была огромных денег стоила, то есть и выходило то на то, что кошелек так купить, что так. То есть бывают такие ситуации, и их нужно проверять, то есть заранее проверять и стоимость доставки. Вот как вы видите, в Украину, в Россию здесь доставка бесплатная. То есть по истечению этого таймера вы должны успеть нажать «Купить сейчас», выбрать, подтвердить, и потом у вас будет определенное время, чтобы оплатить этот заказ. То есть, по-моему, если я не ошибаюсь, у вас будут сутки, чтобы оплатить этот заказ. То есть, ну, желательно, чтобы деньги у вас были сразу. Но главное его забронировать, так сказать. По-моему, оплатить уже это потом. То есть, здесь уже полезная информация. То есть, положительные отзывы, условия оплаты. Ну, все стандартно. То есть, все нормально. Вы здесь можете со всем ознакомиться. То есть, я вам советую сразу проверять доставку и упаковку. То есть, сколько будет стоить доставка, потому что на некоторые вещи доставка платная. Ну, давайте мы с вами, например, ну, просто посмотрим, например, на этом украшении. Мне просто самому интересно, будет ли здесь доставка платная или бесплатная. То есть выберем, ну, здесь доставка ЕМС еще, то есть здесь доставка еще ЕМС бесплатная. То есть вообще продавец решил разгуляться.
так скажем. То есть, поэтому я думаю, что и для Украины тоже доставка будет бесплатная здесь. Ну да, как вы видите, здесь доставка бесплатная, но все равно проверяйте товар, проверяйте товар заранее, который вы хотите выиграть на этих сделках. Потому что может быть такая ситуация, что он вам и не понадобится, потому что стоимость доставки огромная. То есть была такая ситуация, я выбрал себе планшет, грубо говоря, он стоил на сделке $200, а до этого он стоил там $300. То есть я зашел, забронировал и смотрю, что стоимость доставки указана $100. То есть то на то и выходило, поэтому не было смысла даже и смотреть на этот планшет, оказывается. Но об этом я узнал уже потом, поэтому я вас предостерегаю таким образом, вот в преддверии этих всех сделок. Смотрите мое видео и принимайте участие в сделках от AliExpress. В принципе, здесь можно выиграть что-нибудь полезное. С вами был Данил Букреев. До следующих видеоуроков. Подписывайтесь на мой канал. У нас очень много полезного и интересного для вас.